Всех приветствую! Сегодняшнее видео будет про замену фар и снятие бампера. Почему я меняю фары? Потому что они не подходят для моего автомобиля. Они, так сказать, адаптивные с АФС, а мне нужны не адаптивные. Поэтому я нашел хороший вариант бэушных, не адаптивных, и буду снимать эти, менять. Посмотрим, что из этого выйдет. Для начала, значит, снимается вот эта накладочка, потом откручивается здесь раз винт, там чуть дальше нужно, короче, колесо будет повернуть в ту сторону для удобства. Вот самое трудное будет открутить винт вот отсюда. Здесь находится такой в глубине десяточный винт, точнее не винт, наверное, а болт. Так, эта панель снята, значит, держим бампер. Сломано, поэтому он у меня ничего не держит. Открутил два винта Т30 и Т25 там. Ну, в принципе, этому Т25 тоже можно. Теперь самое трудное, это, ну, не самое трудное, но, наверное, геморное такое, открутить вот эти быстросъемные. Отгибаем локер, нас еще ждет три винта. Раз, два, сверху третий. Теперь вон тот самый труднодоступный винт или гайка на 10, да, вот она расположена вот так вот, там в глубине. Для того, чтобы до тут добраться, я вот использую два удлинителя и головку на 10. Теперь последнее, что нам осталось открутить, это вот нижние, тоже быстросъемные. Тут раз, два, там третья, по-моему, всего три. Вот этого я боялся больше всего. Из-за неаккуратного движения обломилась трубочка. Ну вот, бампер, в принципе, уже снят. Косяк с омывайкой. Так, теперь нужно открутить раз, там вдали два. Фара демонтирована. Теперь про отличие. Вот это без АФС, вот это с АФС. Обе фары я подключил, не знаю, что выйдет. Надо адаптировать, наверное, фары. Сейчас посмотрю, горят или не горят хотя бы они. Теперь в дело вступает электроника. Заходим в 55-ю группу по фарам, читаем ошибки, очищаем их. И так, это то, что у нас не адаптировано. Basic settings и группа 001. Ждем. Error. Очень плохо. В общем, пока не решил вопрос, почему адаптация не происходит. Скорее всего, из-за положения кузова. Но вот если сделать тест. Смотрим на фары. Так, поехали. Наверх. Обычное положение. И все, тест пройден. А вот если зайти в Basic Settings и первая группа, она почему-то заканчивается ошибкой. И вот так вот она заканчивается. Not available. Эх, не знаю, с чем это связано.
Скорее всего, из-за того, что вот процент положения кузова в передний сенсор 46%, в задний сенсор 40%. Я что-то not available. Так, сейчас попробую по другому сценарию адаптировать фары. Go on. И второе. Два. Go error. Один. Рек позишн и два. Да ладно. У меня пропала ошибка. Второй вообще не нужен, значит, да? Где мышка? Вот мышка. Все, ребята, похоже. Похоже, я вылечил главную. Yes! Я так рад. О! Для истории, значит, вторая группа показывает вот такие значения, что 46-й сенсор задний 40%, передний сенсор 47%. То есть, в принципе, не очень ровно машина стоит, но все равно все вроде как адаптировалось по напряжению. Вот напряжение. А, это не про напряжение, это frequency какая-то. Все, господа. То мне это покоя не давало. Давайте еще разочек. Значит, вот светит свет. Вытаскиваем все. Так, запускаем. Фары опустились, поднялись. Перегрузим драйв. Все, ошибки нету. Вы представляете? Я счастлив. Надеюсь, вы за меня тоже рады. Все, всем спасибо.